Старые вербы, очень старые, и сморчки возле реки Десна. Место влажное, сырое. Летом сюда не зайдешь, здесь будут комары, мушки. А сейчас самое время пособирать сморчков. И уже зелень проступает интересная. Думаю, здесь их много, этих сморчков будет. А шпаки как тут заливаются после дождя. Ночью дождь был, утром дождь был. Днем передавали. Ну вот сейчас нет дождя, я вырвался. Пособирать сморчков. Зашел в дебри деснянские. Тут старые вербы растут. Много листьев, веточек много, всего много здесь, сплошной валежник. Сморчки любят такой биотоп. Вот вам и доказательства. Сморчков здесь будет очень много. Грибница, я думаю, здесь расползлась по всему лесопарку. А здесь много листвы прошлогодней. И они под листвой очень хорошо маскируются. Ну, смотрите. Тут целая семейка. Три штучки. После дождя они такие сероватые. А вот еще один спрятался. Четыре штучки. Да, вот еще один. Их надо выкапывать из-под листвы. В листве все прячется. Здесь старые веточки от вербы, от тополя попадали. Листвы много. И они в листве здесь маскируются. Оп, еще один. О, какой мощный. И рядом еще один мощный. Еще один поменьше спрятался. Можно попропускать. Надо присаживаться и внимательно разгребать все листики. Потому как грибов здесь очень много. Какие тут хащи знатные. Просто джунгли непроходимые. Летом здесь будет очень интересно, когда растительность поднимется. Да, ну вот я и ошибся. Я думал, грибница расползется здесь по всему лесопарку. И будет полно грибов. Но на самом деле грибница расположилась только возле двух деревьев.
где я и насобирал основную часть грибов. Охожу вот в других местах, и здесь ничего нет. Те же деревья, та же почва, тот же лес. Но грибочков нет. Вот так вот хитро грибница поступила. А эти сморчки уже другие по цвету. Желтовато такие, охряные. О, какие красавцы. Те зелено-серые были, а эти желтовато-охряные. Это целая полянка их. Смотрите, как гриб вырос из шапки другого гриба. Надо же. Интересно как. Ножка прорвала шляпку, центр шляпки прорвала ножка и вышла вверх. А шляпка осталась разорванной. А я думал, гриб вырос на грибе. Ножище какая мощная. Да, настоящий сморчок. Ножки длинные такие, коренастые. Как сама верба. Так и нарвался еще на одну грибницу и набрал тут полсотни, наверное, грибов, если не больше. Вместе с той грибницей так уже и прилично получается. Килограмма два, может быть. Такой же рисунок у шляпки сморчка, как кора вербы. Один образ. Дальше воюют между собой. Дальше игры затеяли.